Прекрасно, прекрасно. На самом деле настроение замечательное. Потом я уже здесь третий день. Понятно, что здесь гостеприимство, конечно, на высшем уровне. Я уже много где побывал, и, собственно говоря, такое ощущение, что Ташкент – это мой родной город, потому что здесь все родные люди. Здесь кто бы ни встретил на улице, все зовут угостить пловом и накрывают стол. И здесь, конечно, вот такой прям искренняя любовь, и это очень ценно. Спасибо вам большое за такое отношение ко мне. Спасибо.